Батюшка, все-таки решил подготовиться, да? Немножечко надо, потому что сильно близко подошли. А насколько близко к Еленовке подошли сейчас танки? Танки находятся 1,5–2 километра от села. Нам надо удержать оборону. Нам отступать некуда. Дальше наши дети. Ну понятно, то есть приказа ни шагу назад не надо, да? Для нас не надо, мы не военные, мы защищаем свою семью, своих детей защищаем. Нам приказы отдавать без толку. Так, еще морковочек, да? Так, на одну морковку лима запала. Можешь просушку. На просушку ты забрал. Да, сразу. Вот вам, пожалуйста. Гостинцы для укропов. Это противотанковый выстрел? Это противотанковый. А вот этот, который стоит? ПР-7Л. Вот этот какой? Это... Сейчас мы посмотрим. Так, тоже 7С. Уже понебали для БТР. То есть танк не возьмет вот это? Ага. БТР. А вот этот как раз против танка, да? Это против танка. Ну, можно для сравнения. Сравнить разницу по объему. Ну да, да, да. Тут эта воронка-то поболее будет. То есть сегодня, скорее всего, придется вот этим работать, да? Я думаю, что да. Придется большим и работать. Укропы подошли сильно близко к танкам. 4 секунды надрыв. Выписать лекарства и успокоительные. Читать как можно дальше себя. Все с направлением врага.